Дорогие друзья, идем на рынок Флемингтон, и я думаю, что цены здесь будут удивительно приятно. Не так, как 10, 15, 20 лет тому назад, но все-таки лучше, чем в магазине, лучше, чем на Parkley Markets. Если будут они незначительно лучше или не лучше, я буду неприятно удивлен. Итак, дорогие друзья, мы все-таки приятно удивлены. Цены здесь значительно ниже. Полкило яблок, килограмм яблок полдоллара. Нектарины, помидоры и многое что другое. Персики по доллару за килограмм. Арбуз порядка 40-50 центов килограмм. Что мы там еще взяли? Картошка 70 центов килограмм, столько же лук, но это надо брать по 10 килограммов, то есть по боксу, по мешку. И что еще? Манго мы взяли у товарища итальянца со Стратфилда, очень-очень спелые, но они больше недели не пролежат, ну, очень спелые, но чудовищно, это 2 ящика за 3 доллара. Но не гнилые, вот просто приятный такой итальянец. И это было последнее, что мы у него взяли. И 3 килограмма помидор, римские помидоры, Рома, да? Такие, они видно, что были поспелые на корню, их 3-4 дня надо съесть, но не просто спелые. Где-то порядка 3 килограмм за 2 доллара. Замечательный мужик, я поблагодарил за то, что он эмигрировал в 56-м году в эту страну. И мы с ним согласились, что нынешняя эмиграция – дерьмо по сравнению с тем, что это было в 50-е годы. Спасибо.